Дюны золотые, современный комплекс, работающий по системе «Все включено». Дважды в 2012 и 2013 годах отель был удостоен почетного звания «Лучший пансионат Анапы». И самое главное, он проходит сейчас классификацию на 4 звезды. От имени управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования «Город-курорт Анапа» поздравляю вас с началом курортного сезона в отеле «Дюны золотые». Желаю вам приятного, хорошего отдыха и скорейшего возвращения вновь к нам в следующем году на наш курорт. Почетное право перерезать красную ленту в знак открытия предоставили главному специалисту управления по курортам Тамаре Галас. В сезоне 2015 года к услугам отдыхающих новые шоу-программы и представления, которые впервые продемонстрировали на мероприятии. Не забыли в отеле и про отдых малышей. Для них авторские анимационные программы, творческие мастерские, мини-орнитариум с интересными породами птиц, детский парк развлечений «Дюналенд». Площадка «Дюналенда» полностью засыпана песком, поэтому дети играют на ней босиком. Удобно и полезно. Все гости праздника получили море позитива, прекрасное настроение и множество приятных сюрпризов.